ЧП в Минском районе. Утром в деревне Королевстан произошел взрыв на предприятии «Алкид». Здание загорелось. Инцидент случился в цеху по производству битумной гидроизоляции. Площадь возгорания почти 2500 квадратных метров. Пострадали 4 человека, трое госпитализированы с ожогами. Пожар уже удалось ликвидировать. Стало известно, что произошел взрыв с последующим горением. В 9:18 спасатели локализовали пожар. В результате происшествия пострадали 4 человека. На месте работало 16 единиц техники. Причина происшествия устанавливается. На месте работают следователи, спасатели и криминалисты, опрашивают свидетелей.